Вот она, новая куртка марка Polo, которая только недавно поступила в продажу в магазин 007. Вот, на европейских сайтах она есть, на русских ее еще, даже на русском сайте еще нету такой модели, а на европейском можете посмотреть. Вот, вот такой пуховичок. Очень. Но он как бы, это на самом деле не пух, конечно, никакой. Это пух. Пух, да? 80%. А чей пух? 20-ти, гусиный. А, гусиный пух, но что-то еще. Он какой-то потрясающе легкий. Суперочистка пуха идет. Ну, кому интересно, зайдут на официальный сайт. Короче, можно зайти на официальный сайт марка Polo. Вот все такое вот оригинальнее некуда, включая лямки. Даже на лямках написано, кто откуда. Это молодежная линейка, то есть это на молодых продвинутых девушек. Это... А на парне есть что-нибудь такое же крутое? На парне такого нет. Ну, крутая куртка. В общем, вот она. Все всякие там ценники в евро. Вы не смотри, а сколько она стоит у вас? У нас она стоит $200. $200, вот. Вот такая куртка, но на официальном вот она идет, вот ее ценник. В евро, в чем-то гораздо. Вау! Это для мальчиков? Нет, это для девочек. Тоже для девочек. Такие а-ля 80-е сейчас в моде. Ага. Ну, она действительно... Вот, кстати, да, вот Саша, поднеси, хотя... Официальный сайт. Вот, на официальном буду сайте, вместить. На буржуйском, зайдите на марка Polo сайт, и вы вот найдете и эту куртку, а это, в общем, все это есть, все эти модели есть. Некоторые просто еще не вышли, модели. А некоторые, да. Просто мы получаем их иногда раньше, чем они приходят там в Россию. В России эта модель появится, может быть, через 2 года только. Ты шутишь? Я а что, на 2 года до России едет? В России, да. Ну, курточки супер. Тенденции, даже на 5-летку она отстает. По некоторым позициям. Так, ладно, мы не будем. В России самые лучшие куртки в мире. Но вот эти вот, но эти тоже хорошие. Эти настоящие марка Polo. Опа. А это тоже с подкладкой? А я думала, она как бы все. Короче, вот не с подкладкой, она вот такая, опа. Вот что такое оригинал. С кучей слоев. Windproof, от ветра защищена. Дышит. От воды защищена. И термо Camel Active. Deutsche, в общем. Deutsche Camel Active. От воды, от ветра и активное дыхание. Она, откуда у нее активное дыхание? У нее что, мембрана, что ли, есть? Нет, мембраны там нет. А что есть? А почему она дышит? Ну, это надо. Они обещают. Но если немцы обещают, что она дышащая, наверное, так оно и есть. Explore. Вообще, интересная куртка. Легкая. Вот. Вот что это такое. Что бы там еще изнутри посмотреть? Мне понравилась ваша куртка. Еще верблюд. Но уже другой. Camel Active. С виду городской, такой серьезный. Понятно. Город. И outdoor. Camel Active. Вот такая куртка. Синенькая. Зелененькая. А у этой вообще, по-моему, все рукава отстегиваются в жилетку. Ну, это модели прошлого года. У нас их мало очень осталось, этих курток. Большие размеры. Понятно. Так, ну, ветровки уже, наверное, не актуальны для России. Что-нибудь тепленькое. Тепленькое – это вот женские пуховики показали хорошие. А для мужчин на какой самый большой минус? Минус 25, не больше. Минус 25, да? Да, минус 25. То есть даже вот эти вот, но... Вот эта куртка идет где-то на минус 20, не больше. Ничего себе. На минус 15, минус 20. Ну, такой крепкий, хороший зимний. Короче, на... Есть модели до минус 25, на минус 40, на минус 50 у нас ничего нет. Вот, про минус 40 и минус 50. Нет, здесь нету. Здесь, я бы сказала, очень теплый демисезон. Ну, по крайней мере, для московской зимы это считается зимней. А для сибирской, наверное, демисезон. А вот женские, да, такие легонькие курточки есть. Плащики.
Мех искусственный. Здесь нет натуральных мехов, нет. Зато есть натуральный гусиный пух. Вот в этих крутых пуховиках. О, они и желтые есть, и бежевые. Вот эти вот и хаки, да? Короче, есть хаки-пуховик. И слоновая кость очень благородная. Вот это вот эта слоновая кость желтый? Вниз. То есть он не совсем белый, он слоновая кость, он такой белоблагородный. И черный есть. И даже вот такой бордовый есть. И красный есть. В общем, появились пуховики. А сколько стоит вот такой длинный? Этот пуховик стоит $100, но это уже со всеми, со всеми скидками. Это американская марка, это именно сверхлегкий пуховик до -7 градусов, не больше. Он такой легкий. Складывается в маленький. А что это за американская марка? Тут можно открыть, посмотреть. И складывается в мешочек. Он вообще настолько маленький, что его чуть не в кулак сожмешь? Да. Эндрю Марк. Packable. Ну да, packable. То есть его можно просто вот... Вот в этот кулек он сказал? Да. Но это до -7. Вот такой легкий пуховик. Короче, кому вот супер модный пуховик на не слишком холодную погоду, в машину такой нормально. Ой, вот эти вообще чудесные. Я такую мерила. У меня где-то есть фотографии. А вот эти, какая страна делает? Это Англия, это Барбура. А, это вот он мне и нравится, понятно. И мех у него хоть и искусственный, но такой. Приятный. Очень приятный. Вот такой вот мех, я не знаю, как бы его показать на видео. Он хоть и искусственный, но благородно искусственный. Ну а как? Ну я даже не знаю, у меня когда-то была шуба такая, она, ты не представляешь, сколько она стоила. Из вот такого я вот знаю, меха. Это тоже искусственная шуба, очень крутая. И моль не съест, дома лежит. Мне очень симпатичный мех. Я не знаю, как вот показать его. Вот. Симпатичный. А самое главное, она мне нравится по ощущениям. Вот эти куртки Барбур. Чудес. Но они, по-моему, по 175, если я не ошибаюсь. Короткие $155, длинные 175. Ну, я длинную мерила. Мне очень понравилось. Спрашивали про Горитекс. Есть ли горитексовые куртки? Да у вас они... Нет, сейчас нету, Аня. Это вот одна ветровка осталась, все. И все. Сейчас нету. Бывает. Уже не сезон, уже надо чуть теплее. Ну, не то, что не сезон, просто сейчас нету. Понятно. Одна куртка горитексовая есть. Так? Ой, мужских очень много. А, да, по поводу больших размеров, маленьких с размерами, как у вас? Большие и маленькие размеры, но не все модели. Какие-то модели вообще есть в единственном экземпляре. То есть, слушай, ну тут моделей полно, да, и цветов полно. Да, да. Надо заходить, кому модель нужна. Небольшой, но выбор приличный. Кому нужна городская куртка? Приличная мужская. Или очень качественная женская, то это здесь. Это, конечно. Но вот этот интересный, который в кулек запихивается, и ваши эти гусиные пуха. Гусиные пуха тоже приятные. Классные. В общем, спасибо огромное. Вот такой вот магазин 007. Вы работаете с 12 до 19 часов, а выходной? В ближайшее время. Да, в общем, выходной редко тут бывает.